МЧС Российской Федерации 28 декабря подтвердила, что после землетрясения в республике Тыва жертв нет. На данный момент несколько тысяч человек, которые проживают в многоэтажных домах, находятся во временных центрах, оборудованных в детских садах, школах и спортивных комплексах. Землетрясение магнитудой 6,9 балла по шкале Рихтера произошло в Тыве в ночь на среду. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 45 километров и почти в 100 километрах от столицы республики, города Кызыл. Когда началось землетрясение, жители многоэтажек выбежали на улицу, где температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию. Многие люди, особенно с маленькими детьми, направились в местные детские сады и школы. Народ прибывал очень быстро. Ну, видимо, то, что шли бегущая строка, сказали, что детские сады и школы открыли. Также укрыться можно было в больницах, где параллельно началась подготовка к эвакуации лежачих больных в случае повторных толчков. Приведены в готовность силы средства МЧС России, комиссии по чрезвычайным ситуациям в 10 субъектах Сибирского федерального округа, которые приступили к работе. Одновременно приступили к работе 1567 оперативных групп муниципальных образований для уточнения обстановки непосредственно на местах. В среду в Тыву также прибыло 4 самолета МЧС со спасательными командами, психологами, специальным оборудованием и палатками.